Нас 90 человек. Начиная с осени прошлого года, предприятие корпорации AS Group Security, где мы трудоустроены, обеспечивали транспортную безопасность торгового порта. Мы, рискуя своими жизнями и здоровьем, ежедневно следили, чтобы в торговый порт никто не проносил взрывоопасные вещества. Обеспечивали безопасность веренного нам объекта. Мы уже более 3 месяцев не получаем зарплаты. Уволился весь коллектив. По словам руководства, ГУП «Морские порты» не перечислил деньги нашему работодателю и оставил наши семьи без зарплаты.